Олимпийский вид спорта и удивительная игра, в которой все необычной формы. Ворота в виде буквы «Н». Спортивный снаряд похож на дыню. А чтобы забить гол, нужно бить не по воротам, а выше них. Регби стремительно набирает популярность в Самаре. Разбираемся в правилах 26 апреля в 19:45 в программе «Время спорта» на телеканале «Самара ГИС».